Владелец участка номер 9 по Володарскому шоссе в деревне Мисайлово 5 лет назад задумал построить на земле для ведения личного подсобного хозяйства магазин общей площадью 973 квадратных метра. При этом получить разрешение на строительство почему-то не удосужился. Строительство данного объекта осуществлялось в отсутствии разрешения на строительство. По данному факту в адрес администрации было направлено уведомление о выявленном самовольном постройке. В результате совместных действий с администрацией принято решение о сносе объекта капитального строительства. Администрация муниципалитета обратилась в суд, требуя обязать владельца земли снести незаконную постройку. В 2014 году суд иск удовлетворил. Был выписан исполнительный лист, подан в службу судебных приставов, однако никакой инициативы от собственника на протяжении многих лет не поступало для сноса. Администрации было подано в суд прошение о переводе данного исполнительного производства на себя, уже непосредственно сноса его за деньги местного бюджета с последующим взысканием данных расходов. Затем в ходе конкурсной процедуры отобрали подрядчика, который и произведет снос цоколя здания. Из бюджета города на это выделили около 3 миллионов рублей. Основной момент, конечно, который сейчас в работе администрации, это недопущение, предупреждение случаев, когда граждане, не собирая необходимых документов, начинают строительство. И каждый должен, в принципе, понимать о том, какую ответственность он берет на себя в процессе этих действий. Строение разберут на части, вывезут на полигон и утилизируют. Работы планируется завершить к выходным. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.